Привет, мы на канале New Life, It's My Life. Теперь мама выступает. Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Сегодня мы идем в нашу школу Anza Elementary School. У нас open house, по-русски говоря. День открытий. День открытий. Не тварей и не дварей. А день... Катарина, войди в кадр. День открытых дверей. День открытых дверей, да. Не тварей. Дети будут показывать свои поделки, которые они сделали за год. Ну и вы увидите, какие классы и все остальное. Вперед. В общем, первый класс у нас будет Сашкин класс. Начинаем с него. Это дверь внутренняя сторона. Имя учителя. Этот учитель учил еще Катаринку. Ну, в общем, вот. Вот это наш класс. Сашка уже что-то рассказывает. Thank you. Сейчас я присоединюсь. Ну что? Догадайся, где здесь Саша? Ну ты уже догадался, как бы, да? Ну где же Саша? Вот он! Давай. Саша, рассказывай. То есть это Это чтобы мы могли find out, кто на моей кровати. Саша, какой твой? Ты книжку сам сделал. Но тут уже and I want right now. Right here. If I don't get it, I will be mad. I don't want a kitty now. What the question? Теперь вот это, что я хочу. Да, что я хочу, что я хочу. Показать. I wish I had $100. I wish I had $100. Что здесь написано? I wish I had 100 pounds. Котов? Ну, мне нравятся котики, что? Давай. I wish I had 100 rainbows. But I would want scratches. Молодец. Теперь, на next one. I Давай, love... аккуратненько. I love subway. Ну, вот это просто именно снежки. I love my family. I love my home. I love my... Это как его... I love my... А что это, нарисованное? Ну, давай к следующей картинке. And I love me. Потихоньку дети готовятся играть в покер. Это такая буква, и тут клаус.
Потом тут говорит про вот эту kind of cloud, потом тут говорит про вот эту kind of cloud. Молодец, ну, это было легко. Сколько ты книжек наделал? Life cycle of a plant. Что за красота? Это life cycle of a plant. Растение, да. То есть сначала оно сидит, потом оно больше уже больше сидит. Потом он уже какой-то листик, потом уже больше flower, потом уже полный. Jack and the Beanstalk. The mom said to Jack, so the then the Jack's mom goes to stuff. Name to Pinot now. The pig goes into auto. The pig goes into mode. The pig goes to serve owners. Потом теперь есть вот эта книжка тут about the symbol, да? Потом, кстати, о мире, и потом еще есть about the bell. You're on the wrong side of the street. On the other side, it's so safe. Потом про Пентиум, и потом про The White House. Книжка про животных? Ну, тут я не буду, это просто тут facts about другие kind of люди. Мам, еще посмотри. Нет, это не пиранья, это грустно. Ага. Потом это about mirrors. Потом тут это about... И потом, мама, вот это вообще-то тут было outline, и потом я так говорю. Потом тут Во всех классах очень много металлических материалов. Вся учеба проходит. Я помню. Что здесь выращивают бабочку? Вся учеба идет на живых примерах. Класс. Класс. Это ваша учительница. Дети? Mm-hmm.
А я думаю, Саш, мы можем с той стороны посмотреть, где... А вот и твою... Ага. Общем, и вот это life-cycle of a butterfly. Как бабочка превращается из личинки в куколку. Ну что, пойдем вместе с Любой сфотографируемся и пойдем другие классы смотреть. Хорошо? Папа, просто фото. Да. Thank you. Thank you so much. No, we have how many butterflies? И закрыли, и когда открыли, получился одинаково. Это прекрасно, Саша. Ну что, пойдем смотреть старшие классы? Давай, твой, Катаринка. Мы посмотрели Сашкин класс, и сейчас перемещаемся по школе Катаринкин класс. Тот блок, в котором мы были, в нем учатся Kindergarten, TK, это которые перед Kindergarten, и первый класс там тоже еще попадает, да? А здесь? Первый класс здесь. Один класс, наверное, есть там. А, Kindergarten, да. Вот. А здесь уже идут вторые, третьи, ну, в общем, классы разделены по блокам. Там уже пати идет полным ходом. Пати называется Social Ice Cream. Кисти какие висят, класс. Детки, ну мы вначале по классам сходим, а потом сюда. Это будет открыто очень долго. Берешь и стоят, и краски висят. Смотри, как красиво. Так, я пытался что-то рассказать. В общем, там на стадионе можно покупать всякие вкусности, и деньги идут на благотворительность, на помощь школе. И там аукцион. И там будет аукцион, который тоже пойдет на благотворительную помощь школе. Вот. А мы идем в Катаринкин класс. Это самая последняя линия, где учатся 4 и 5. И Антошка в этом году уже будет покидать эту школу. Это его последние дни в этой школе.